посвящается слугам народа. Если б я был кремлевской стеною. Столько бы горя страна не увидела, ни в войну, ни перед войною. Из-за крупных и мелких вредителей, если б я был кремлевской стеною, а я ронял бы кирпичики, навредители плоские лбы, и глядишь, не возник бы культ личности, и войны, может, не было бы. А какой войны-то? Войны? Великой Отечественной не было бы. Гражданской, в первую очередь, не было. В Афганистане, в Карабахе, в Баку. Чем отважнее пресса крысается, где столиковые годы застоя, тем сильнее жалею я, братцы мои, что не смог стать кремлевской стеною. А я пулял бы каменьями прямо в лысину зеркальную гладь тех, кто вел страну к разорению и народ заставлял голодать. Ай-ай, дай. Мы особенно любим петь эту песню с Гешей, когда пьем чай без сахара, знаете? Очень помогает, очень помогает. Не пришлось бы кастрировать хронику, если бы я был кремлевской стеною. Ведь другой бы была экономика, и культура была бы иною. А я ронял бы кирпичики, помогая тем самым отстаивать справедливость. И может быть нынче ни хрена б не пришлось перестраивать. Дикий генератов, чтоб ненароком не пасть.
красных веков. Если вся Россия стонет от совков, совков, совки, не отдадим мы вам страну. Совки, мы объявляем вам войну. Совки, не отдадим мы вам страну. Следующая песня посвящается гласности и перекройке. Вот и все, разведчик куль, вождя тирана и соратников его выявлена суть. По реке кровавых слез, к берегам обмана, невезучая страна держала путь. По реке кровавых слез, к берегам обмана, ой, да невезучая страна держала путь. Стоп, стоп, думаю себе, что-то тут не так. Культ развенчан, а тиран спит в земле святой, и в святой стене лежат и гады рядом с теми, кто раздавлен был под их пятой. А, вот и вам и перестройка. Что-то тут не так. А затем схватил штурвал кукурузный гений и давай махать с трибун грязным башмаком. Помахал и передал вскоре эстафету пятикратному герою, кумиру дураков. А тот герой бесспорно был страстным медалистом, облепился орденами с головы до пят, грабил бедную страну с бандою министров и высокие награды вешал всем подряд. Стоп, стоп, думаю себе, что-то тут не так. Все кричим, застой, застой, и клянем судьбу. Да, а родня героя ездит в Мерседесах, Бенсах и официально заявляет, что видит нас в гробу. Вот так, ага, вот и вам и перестройка. Отчаялась и ждать, ну что греха таить. Мы теперь должны зажить честно и красиво. Мы должны зажить счастливо, правильно зажить, но... Стоп, думаю себе, тут опять загвоздка. Кто вчера стоял у трона, тот и ныне там. Перестроились ублюдки во мгновение ока. Пока они у трона, грош цена всем нам. Вот и вам и перекройка. А почему это вы ругаете перестройку? А я говорю, а как это можно ругать то, чего нет? Интересно, да? Ну, понятно, там они с гласностью там что-то еще маракуют, и то это невозможно назвать даже гласностью. Об этом, в общем, нас достаточно ярко, так сказать, об этом свидетельствует три последних шоу, которые мы смотрели по телевизору. Ну, эти вот съезды этих самых депутатов. Особенно ситуация с Гляном и Ивановым. Просто верх гласности. Верх.
На эту тему я хочу вам прочитать небольшое стихотворение, которое так называется «Пол». Кстати, знаете, чем отличается свобода слова от гласности? Нет? Вот во всем мире свобода слова, да? А у нас почему-то гласность, да? Я вам скажу, чем отличается. Свобода слова – это то, что я сегодня на этой сцене говорю и пою. Это называется свобода слова. А гласность – это то, что песню, ну, допустим, «Стоп, думаю себе» или «Совки» никогда не покажет центральное телевидение. Это гласность, товарищи. Полугласность, полутак, полуясность, полумрак. То ли полуперестройка, то ли полуперекрах. Полукругом голова, полу, говорит Москва. Полу что-то показало, полупереуказал. То ли где-то полувраг, пере как-то, то ли друг, полупере как-то так. И так как полуперевдруг. Иногда сквозь полустены долетает до меня. Ну а что ж все это в целом? В целом полное. Минувшего века нам бы очень хотелось вас всех воскресить, чтобы вы полюбовались на наши успехи. Ну а мы вас сумели отблагодарить. Мы бы каждый, кто чем выражал благодарность, молотилкой колхозник, рабочий ключом, враг народа киркою, протезом афганец. Ну а я б кое-кому засветил кирпичом. Наши коллеги учинили террор, истребили цвет нации мечом Робеспьера, и Париж по сей день отмывает позор. Правдолюбец Радищев после той мясорубки, путешествие из Петербурга в Москву, чуть с досады не слопал, повредился рассудком и, ругая масонов, погрузился в тоску. Пишите воскреснуть, выходите на суд одураченных масс. Пусть ответят за все Чернышевский и Герцен, и мечтатель Белинский, и Альфонс Карло Маркс. Пусть ответят и те, что пришли вслед за вами вышибать из народа и радость, и грусть. И свободных славян обратили рабами, и в тюрьму превратили великую Русь. Живут Америка с Европой.
товарищи! Ура! Строем и прямо к звездам! Встали все в строй и почесали к звездам. 73 года уже чешем, никак не дочешем, товарищи. Но, может быть, лет через 500-600 дочешем. Вы, наверное, обратили внимание, что наш концерт строится по аналогии с контрастным душем. Мы вас то в жар, то в холод. То в холод, то в жар. Ну, вы знаете, контраст полезен для здоровья. Тем более и нам, и вам от этого не скучно. Спасибо вам большое. Спасибо. Ой, к маме ходите. Ну, к маме. А может, здесь посидишь? Споем что-нибудь там. Вот так. А? Нет? Я думаю, что контраст полезен для здоровья, тем более для нашего концерта. Мы периодически на протяжении нашего выступления будем переключать тумблер с холодной температуры на горячую, из горячей на холодную. И вот теперь, сейчас мы переключаем наш тумблер на холодную температуру. Жестокого времени дети. Лес на лесоповале. Не живут рядом с нами на свете те, что в бездну упали. В результате эпических фронт и безумных селекций оскудел генетический фонд богатейших коллекций. Опустили на колени.
Вскинул топор над палачом, а приговор тебе прочел кровавый царь великий журналисты, как я написал песню «Россия». Наверное, вас тоже этот вопрос волнует. Дело в том, что я свободное от работы время занимаюсь историей нашего государства. Историей занимаюсь достаточно давно и серьезно. Дома у меня собрана значительная библиотека исторических материалов, среди которых есть такие, которые на сегодняшний день не могут быть опубликованы даже в таких так называемых смелых журналах, как «Огонек», «Наш современник», «Новый мир». Не могут быть опубликованы эти материалы и подобные материалы в связи с тем, что мы с вами живем в эпоху не свободы слова и даже не гласности, а, как я уже сегодня сказал, полугласности. Но я убежден в том, что настанет такое время, когда эти материалы и подобные им материалы будут публиковаться, и мы с вами узнаем о нашей общей трагедии не полуправду, а полную правду. Я также убежден, что те вожди, которые сегодня еще прочно стоят на своих гранитных пьедесталах, созерцая, как пионеры к их подножию возлагают цветы, завтра рухнут с этих пьедесталов и обратятся в пыль.
Таким образом, за каждое слово, произнесенное мною со сцены, за каждое слово, спетое со сцены, за каждый жест, производимый со сцены, я отвечаю, и все, что я делаю, могу документально подтвердить. Следующая баллада посвящается бывшему командарму 2-й конной армии, подъясаулу царской армии Миронову. Об этом человеке мы тоже очень мало знаем, хотя мы ему обязаны своим светлым будущим. Этот человек разгромил Врангеля, хотя Врангелю оставалось, барону Врангелю, оставалось несколько переходов до Москвы. И неизвестно, если бы Миронов Врангеля не разгромил, как бы мы сейчас с вами жили. Таким образом, разгромив Врангеля, Миронов стал фактическим победителем в гражданской войне. За это правительство его отблагодарило. Сразу же после окончания гражданской войны в 1921 году он был отозван в Москву, по дороге арестован и заточен на Лубянке. Затем он был переведен в Бутырскую тюрьму и там расстрелян. Что интересно, Владимир Ильич Ленин был уведомлен о том, что Миронов арестован и дожидается расстрела. Но Владимир Ильич не предпринял ничего для того, чтобы спасти командарма 2-й конной армии Миронова, бывший подъясаул. Бывший подъясаул уходил воевать на проклятие отца и молчание брата. Он ответил: так надо, но вам не понять. Тихо обнял жену и добавил: так надо. Он вскочил на коня, проскакал полверсты, но как вкопанный встал у речного затона, и река приняла ордена и кресты, и накрыла волна золотые погоны. И река приняла ордена и кресты, и накрыла волна золотые погоны. Ветер сильно подул, вздыбил водную гладь, зашумела листва, встрепенулась природа, и услышал казак: ты идешь воевать за народную власть со своим же народом. И услышал казак: ой, ты идешь воевать за народную власть со своим же народом. Он встряхнул головой и молитву прочел, и коню до костей шпоры врезал с досады. Огонь шарахнулся так, как от лада на черт, от затона, где был, оседали награды. Люба, Люба, братцы, жизнь, знаешь ли, она мне приходит за ту жизнь. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жизнь, знаешь ли, плацдармы. Бывший подъясаул преуспел в той войне и закончил ее на посту командарма. Природа мудра, и Всевышнего глаз видит каждый наш шаг на тернистой дороге. Наступает момент, когда каждый из нас
у последней черты вспоминает о Боге. Вспомнил и командор, и проклятие отца, и как Божий наказ у реки не послушал, когда щелкнул затвор и 9 граммов свинца отпустили на суд его грешную душу. А зато все хранит в глубине ордена, и вросли в берега золотые погоны на года, на века. Нарушенной памятью тихого дона, на года, на века, на все времена, непорушенной памятью тихого дона. Мы, глядишь, восстановим нашу историю, от которой тщательно, которую от нас тщательно прятала власть. Режим сделал все возможное, чтобы на протяжении 73 лет вышибить у народа память. Но, как свидетельствует сегодняшний день, режиму это очень плохо удалось. А сейчас мы переключаем тумблер на горячую температуру. Я же сказал, переключаем на горячую температуру. Геша. Жарко! Придется мне с операции твоего коллегу вызывать. Не справляюсь. Геша. Ну так ты будешь играть или мне уже запеть? Акапельно, как Бабкина. Нет? Ну давай. Так, я не понял. Ты что играешь-то? Чижик-пыжик, что ли? Ты был на фонтанке водку. Ну, чижик. Чижик. Я же не то хотел совсем запеть. Я другую песню хотел. Я тебя подыграю, вот ты попоешь. Сейчас попробую. Слушай, интересная композиция у нас получилась. Да уж. А? Да. Такое впечатление, что просто одно произведение, да? Да? Ну-ка попробуй еще раз, я бы хочу. Ребята, как над нами? А мне еще, вы представляете, а мне еще говорят, что почему вы издеваетесь над революционными святынями? Как же можно издеваться над галиматьей?
Это же просто маразм какой-то. Чижик-пыжик плюс это равняется законченное, совершенно законченное произведение. У меня на святынях свое представление. Как же можно галиматью называть революционной святыней? Я не понимаю. Ну ладно, Геш, поехали. Сделаю врага народа. Ну, попробуем. Хотите, я из него сделаю сейчас врага народа? Прямо у вас на глазах. Yeah. Поехали. Yeah. Народ и партия едины. Да. Скажи, пожалуйста, тебе нравится Егор Кузьмич Лигачев? Нет, что, девушка, что ли? Ну, его трудно, конечно, полюбить. Значит, не нравится? Нет. Не нравится. Так, а Егор Кузьмич у нас в какой партии-то состоит? В ихней. Совершенно верно. Так если тебе не нравится Егор Кузьмич, значит, тебе не нравится и партия? Ну, само собой, так и получается. Так, понятно. А партия и народ что? Едины! Едины, совершенно верно. А если тебе не нравится партия, а народ и партия едины, значит, тебе не нравится и наш народ? Ну, так и получается. Так, понятно. Если тебе не нравится народ, значит, ты просто враг народа. Да, а? Так и получается. Прошу любить и жаловать новоиспеченный враг народа Геннадий Берков. Вот закрутили, да? Замкнутый круг. Не выберешься. Ни вздохнуть, ни выдохнуть. А давайте попробуем назвать вещи своими именами и послушать, как это будет звучать. Народ и мафия едины! А? Хорошо? А вот еще такой интересный лозунг. Планы мафии, планы народа! Интересно звучит, да? Ладно, Геша, пошутили и будет. Народ и партия, знаешь, едины. Во всем практически едины, но вот только разные едим. Мы. А так во всем едим. Я с детских лет страдаю аллергией на вип-трибун и лозунги с «Ура!». Я свой народ люблю, люблю Россию и точно с
лидер хит-парада «Музыкальный марафон», лауреат международного конкурса «Ступени к Парнасу» Игорь Тальков. Встречайте! Восходила в небе унылом, грустившим осенним дождем. И ночь удивилась, когда озарилась твоим необычным огнем. И все ожило, и все заиграло, как будто настала весна. И небо свой цвет прежний цвет обретала, очнувшись от долгого сна. Светила тогда ты всем заблудшим, теплом согревая остывшие души, звезда. Звезда. И звездочки те, что не проснулись, даже во сне к тебе тянулись. Звезда, звезда.
светишь себе, себе и только. Холодный твой свет не греет нисколько. Звезда, звезда. А свет новых звезд куда вернее, все ярче они, а ты бледнее. Звезда, 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 звезда. Мы споем песню о любви. Эта песня была написана давно. Ей уже 13 лет сегодня. Называется она «Память». Звезды в небе ночном, память непрошенным гостем входит в мой дом. Тихо войдет, свечи зажжет, музыку включит и беседу начнет. В эту минуту твои оживают глаза. В них, как и прежде, невольно таится слеза. Смотрят с надеждой, смотрят любя. Вот и опять я с тобой и без тебя. Смотрят с надеждой, смотрят любя. Вот и опять я с тобой и без тебя. Я приглашу на танец память, и мы закружимся вдвоем. И вместе с нами, вместе с нами помолодеет старый дом. Ну а когда погаснут свечи и за окном рассвет вздохнет, произнесет до скорой встречи и тихо память и уйдет. Let's go.
тихо память и уйдет. Я приглашу на танец память, и мы закружимся вдвоем. И вместе с нами, вместе с нами. У нас произошла катастрофа, как я и предполагал. Геша един в трех лицах, но в трех лицах ему никак не удается сегодня справиться. Там вырубилась сеть у нашего музыкального компьютера. Скажи мне, пожалуйста, Гена, сколько нужно тебе для того, чтобы зарядить следующую песню? Скажи, пожалуйста. Все зависит от генерального директора. От генерального директора, пожалуйста. Что мы сделаем? Ну, давайте пока споем, что ли, под рояль, что ли. Будет, будет. Спасательный круг зависит вот от этого спасательного круга. Как он быстро зарядит, так и сразу будет спасать. Ребят, помогите же. 10 человек стоят на сцене. Не видите, что мы вдвоем мучаемся? Не хотелось мне тебя петь, но, видимо, придется. Да господи, ну не увидит. Беспомощный. Каждого из нас на свете есть места, куда приходим мы от всех объединиться, где память как строка почтового листа нам сердце исцелит, когда оно томится. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон. Thank you.
И я спешу туда, там льется добрый свет, и лодки на воде, как солнечные пятна. Отсюда мы с тобой ушли в круженье лет, и вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон. Однажды ты пройдешь бульварное кольцо, и в памяти твоей мы встретимся, наверное. И воды отразят усталое лицо, и сердце исцелят, и успокоят нервы. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон. У каждого из нас на свете есть места, что нам задали лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота, нас делают на миг счастливее, счастливее и моложе. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон. Чистые пруды, застенчивые ивы, девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон. Одной на всех измеренной. Ай, 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 ай.
недоброжелатели, что все твои стремления нежелательны. Ой, ты их не слушай, Гешка, успокойся и дерзай, и всех доброжелателей посылай. Отпущайте мне доброжелатели, прорицатели, советодатели, камушком за пазухой, с фигой за спиной и с одной на всех извилиной. К дверям, потому что мы же все... Упру,
крамольный поэт. Пусть говорят, Бог им судья, придут времена, и подует освежающий бриз, и оценят наш сегодняшний риск. Наши друзья, наши друзья, спасатели круг. А пока что потрудись, милый друг, и держи меня, не дай утонуть. Океан грозит бедою, спасатели круг. Ты молитвами моими упруг, и сжимая осторожно мне грудь. Помнил, как 2 года назад, когда у него был последний концерт, вдруг к нему подошел кто-то из отцов города и сказал: «Игорь, это ваш последний концерт в Сочи, для вас город Сочи закрыт». Вы знаете, эти концерты доказали, что это неправда. Город Сочи открыт для Игоря Талькова. Итак, Игорь Тальков! Этот мир несовершенный состоит из всех из нас. Он прямое отражение наших чувств и наших глаз. Этот мир не станет лучше и не станет он добрей, если сами мы добрее не станем. Несовершенный этот мир. Грешим непониманием наших близких и друзей, и в страну любви горят мосты за нами. Опустошенные пожаром взвинченных страстей, мы
разглядываем мир сквозь призму разочарований. Этот мир несовершенный, состоит из всех из нас. Он прямое отражение наших чувств и наших глаз. Этот мир не станет лучше, и не станет он добрей, если сами мы добрее не станем. Несовершенный этот мир. Несовершенный этот мир. Этот мир несовершенный, состоит из всех из нас. Он прямое отражение наших чувств и наших глаз. Этот мир не станет лучше, и не станет он добрей, если сами мы добрее не станем. Этот мир несовершенный, состоит из всех из нас. Он прямое отражение наших чувств и наших глаз. Этот мир не станет лучше, и не станет он добрей, если сами мы добрее не станем. Если сами мы добрее не станем. Ой, несовершенный этот мир. Спасибо! Группа «Спасательный круг». Будьте счастливы и здоровы. Сейчас мы вам станцуем напоследок. Вместе можем потанцевать. Игорь, ты слышишь?
еще приедешь в Сочи? Я бы отсюда и не уезжал, честно говоря. Ловим на слове. Пока к заветной
цели сквозь все преграды шел. И вот пришел отчасти и посмотрел вокруг, но ожидаемого счастья не обнаружил вдруг. А завтра уеду, махну на все рукой. Завтра уеду искать покой. Завтра уеду, лягу на грудь. А те, кто знал меня, простят и все поймут. А! Уеду! Не уезжай! Уеду! Не уезжай! Уеду! В ту пору, когда душа рвалась скорее взмыть на гору с названием Парнас, что на вершине этой с протянутой рукой мне суждено стоять и петь. Подайте на покой. Ой, завтра уеду, махну на все рукой. Завтра уеду искать покой. Завтра уеду, лягу на грудь. А те, кто знал меня, простят и все поймут. Уеду. Не уезжай. Уеду. Не уезжай. Уеду. Не уезжай. Уеду. Я Геннадий Мазур. Уеду, махну на все рукой. Завтра уеду искать покой. Завтра уеду, лягу на грунт. А те, кто знал меня, простят и все поймут. Ой, ой, уеду, махну на все рукой. Завтра уеду искать покой. Завтра уеду, лягу на грудь. А те, кто знал меня, простят и все поймут. Уеду. Ой, дети, не уезжай. Уеду. Не уезжай. Уеду. Не уезжай. Уеду. Что? Может, рады не уезжать? Грунт. А к тем, кто любил меня, простят и все поймут. Не уеду, не уеду.